Добрый вечер. Меня зовут Андрей Бубукин. Я ведущий программы «Ужин для чемпионов», бизнес-тренер и коуч. Спонсор нашей программы – компания АБ-тренинг. Эффективные тренинги для персонала. Мы превращаем скучающих работников в команду, нацеленную на получение прибыли. Сайт abtraining.ru. Телефон в Москве 784-5862 с кодом 985. Наша программа называется «Ужин для чемпионов». Чемпион – это человек, который смог в своей жизни добиться необычных результатов. Это успешный человек. Человек, который реализовал свою мечту. Так как же реализовать свою мечту? Как оставаться верным этой мечте, несмотря на трудности нашей жизни? Тема нашей программы – верность делу, которому посвятил жизнь. Я приглашаю всех слушателей звонить к нам в студию по телефону 65-10-99-6, код города 495. Задавать свои вопросы нашему гостю и делиться своим опытом. Вопросы можно также задавать прямо сейчас на нашем сайте по адресу www.finam.fm. А в гостях у нас сегодня исполнительный директор медицинского центра клиника 31 Алексей Моряков. Добрый вечер, Алексей. Здравствуйте. Алексей, перед нашей встречей я ознакомился с вашим жизненным путем, и он меня крайне заинтересовал. Например, я на своем жизненном пути сменил несколько профессий. И в нашем обществе, и вообще в нашем окружении существует огромное количество людей, которые работают не по специальности, прописанной в их дипломе или в различных дипломах. А вы остались привержены выбору, который сделали в юности, и храните верность медицине. Расскажите, пожалуйста, свою историю. Как вы пришли в медицину? Да, это так. Я, наверное, действительно храню верность изначально выбранному пути. Хотя, по большому счету, я не являюсь лечебником, я организатор здравоохранения, медицинский менеджер. Но мой путь в профессию был достаточно стремителен, с одной стороны. Я закончил в 95-м году второй Московский медицинский университет. И так получалось, что когда мы со своими однокашниками, с другими людьми делились планами на будущее, мне задавали вопрос: скажи, а каким врачом ты хочешь быть? И я как-то всегда отвечал на этот вопрос: я хочу быть главным врачом. На что мне говорили: послушай, ну так не бывает, надо закончить институт. Ну да, несомненно. Закончить ординатуру. Затем, наверное, надо написать диссертацию. Сначала кандидатскую, потом докторскую. И потом, может быть, ты станешь главным врачом какой бы то ни было клиники. Я говорил: да, конечно, наверное, так надо поступить, но я хочу быть главным врачом сразу. Закончив институт в 95-м году, я поступил в ординатуру в институт Бакулева сердечно-сосудистой хирургии. Вот. Проучился там. И потом так случилось, что ненадолго ушел из медицины, занялся недвижимостью, 90-е годы. Все помнят, что тогда было. Но на каком-то этапе жизни случилось так, что открывался новый медицинский центр, и меня, как человека с медицинским образованием, и некоторое время поработавшего в бизнесе, не относящимся к медицине, пригласили туда на административную должность. Это был 96-й год или начало 97-го. Началось все с того, что мне пришлось самостоятельно фактически строить этот небольшой медицинский центр. Я занимался строительством. Ну, естественно, строил не сам, строили специально обученные люди. Занимался растаможиванием оборудования. То есть прошел весь полный цикл от котлована небольшого, это был центр на 350 квадратных метров, и до его открытия с набором персонала и со всем остальным. Но после этого, проработав там главным врачом, через какое-то время попал фактически на той же самой территории, в более глобальный проект. Снова началась стройка. Стройка уже большого корпуса на 15 тысяч квадратных метров. И снова стройка, снова оборудование, снова набор персонала,
но уже совершенно в другом масштабе. На сегодняшний день я являюсь исполнительным директором нашего медицинского центра «Клиника 31». Плюс к этому, группой компаний совместно с партнерами на сегодняшний день принято решение об открытии еще одного проекта. Это Международный институт постдипломного медицинского образования. Меня пригласили на стартап данного проекта. Сейчас я, по сути, организую работу данного института, лицензия которого будет получена в ноябре. Совмещаю две должности: исполнительный директор медицинского центра и ректор института последипломного медицинского образования. Если я вас правильно понял, вас в большей степени привлекает административная работа, работа, связанная с организацией, с управлением, с мотивированием людей. Вы знаете, ну, так получается. Хотя на самом деле я стараюсь полностью не уходить в голое администрирование и все-таки хоть каким-то образом касаться лечебного процесса. Конечно, я не лечу так, как лечат хирурги, терапевты, кардиологи и так далее. Я помогаю многим людям организовать лечебный процесс, организовать процесс для данного конкретного пациента. Вот. У меня есть некое, скажем так, количество людей, с которыми я знаком уже очень давно, которые обращаются ко мне за той или иной медицинской помощью. Вот. И соответствующим образом, с помощью своих коллег, я помогаю этим людям вновь обрести утраченное здоровье или составить представление о его состоянии на сегодняшний день. Я еще раз приглашаю наших слушателей звонить нам в эфир. Напомню, телефон 65 10 99 6, код города 495. И сейчас, я думаю, пришла очередь того, чтобы задать несколько вопросов, связанных непосредственно с медициной. Так как вы имеете, ну, как бы двойственное отношение к медицине, с одной стороны, вы все-таки врач, доктор, медик по образованию, и с другой стороны, вы организатор, администратор, создатель, можно сказать. Сегодня в медицине очень много проблем. А какие бы проблемы вы отметили в первую очередь? Почему-то на данном этапе жизни все очень стали любить говорить о проблемах медицины. Ну, мы с них начнем. Понятно. Ну, проблемы, конечно, есть, как в любой другой профессии. Но я не считаю, что медицина является настолько проблемным видом деятельности человека, что это выходит за рамки всего остального, что происходит в обществе. Я бы отметил, наверное, две основные проблемы. Первая проблема заключается, если говорить о нашей российской медицине. Первая проблема, на мой взгляд, заключается в том, что, с одной стороны, мы уже достаточно далеко отошли от тех принципов, которые были заложены Советским Союзом в медицинскую деятельность, отошли фактически. С другой стороны, мы пока еще не отошли от советской медицины психологически. Мы, с одной стороны, с ностальгией вспоминаем ту абсолютно бесплатную, абсолютно гарантированную всем медицинскую помощь, которая была при Советском Союзе, хотя ряд гарантий остался до сих пор в жизненно важных. Вот. С другой стороны, мы, вспоминая ту медицину Советского Союза, которая вызывала у нас отрицательные эмоции, зачастую боимся своей российской медицины. Мы боимся, что сможем встретиться с непрофессионализмом врачей и среднего медперсонала. Мы боимся встретиться с грубостью, черствостью, грязью в лечебных учреждениях, отсутствием оборудования, ну и так далее. На самом деле, ну, по крайней мере, в Москве слухи об этих отрицательных сторонах нашей медицины несколько преувеличены. Это одна основная проблема, на мой взгляд. Вторая проблема – это, конечно же, проблема кадров. У нас масса замечательных врачей, масса замечательных медицинских сестер. Но, конечно же, система нашего медицинского образования
Ну и поскольку я сейчас углублен в эту тему, могу с уверенностью говорить, что система последипломного медицинского образования, к сожалению, весьма и весьма устарела. Ее надо менять, ну, скажем так, может быть, коренным образом, но ни в коем случае не революционным, а только лишь эволюционным постепенным путем. Собственно, вот поэтому и возник вот этот второй проект, в котором я участвую. К этому сейчас мы и стремимся. Да, вы знаете, вы сказали, я тоже об этом подумал. Я общаюсь с очень многими своими друзьями, и они мне говорят постоянно: знаешь, вот самое страшное, что может случиться, это заболеть. Я говорю: почему? Ну, потому что мы не уверены, что нам предоставят услугу соответствующего уровня. Это раз. И второе, если предоставят какую-то определенную медицинскую услугу, то она может стоить достаточно дорого, и потом врачи накручивают, и накручивают, и накручивают, и накручивают. Вот, да, действительно, вы правы, существует такое мнение. Вот что вы можете об этом сказать? О том, что врачи накручивают? Да. Послушайте, в любой профессии, в любой социальной группе есть как ответственные и добросовестные люди, так и менее ответственные, менее добросовестные и просто алчные. Да, конечно, среди коллег тоже встречаются такие, которые пытаются за счет пациентов как можно плотнее набить свой карман. Не будем этого скрывать. Но все-таки, понимаете, я уверен, и это подтверждается моим профессиональным опытом, что ни один врач не хочет сделать пациенту плохо. Основная масса врачей все-таки во главу угла ставят здоровье и жизнь пациента. И уже потом только могут думать о том, на какую благодарность они могут рассчитывать. А клятва Гиппократа, она до сих пор существует? Ее дают? Да, конечно. Мало того, есть один небольшой парадокс, заключающийся в том, что ведь в Советском Союзе клятву Гиппократа никто не давал. Была клятва советского врача. Вот поэтому клятва Гиппократа теперь уже таки наконец снова существует. Снова стала клятва Гиппократа. Снова стала клятва Гиппократа. Алексей, представьте, что вы стали волшебником и можете менять все так, как вам захочется. С чего бы вы начали менять в первую очередь? Что бы вы изменили? Вот, менять что именно? В профессии. Вот в организации медицины. В первую очередь. Что бы я изменил в первую очередь? Угу. Ну, я вам скажу так. Чтобы люди не боялись, что им окажут неправильную услугу или очень дорогую услугу. Вот. И это в том числе. Понятно. Ну, скажем так, в первую очередь, я еще раз говорю, что я ни в коем случае не сторонник каких бы ни было революционных изменений в профессии. Медицина весьма консервативная профессия. И все, что в ней происходит, все изменения, которые в ней происходят, они происходят медленно и постепенно. И это правильно. Потому что любая неопробированная методика может привести к ухудшению здоровья и жизни тех людей, на которых она, ну скажем так, к которым она применяется. Вот. С другой стороны, наверное, психологию. Наверное, все-таки я бы изменил отношения с двух сторон. Тех людей, которые стоят по разные стороны, скажем так, медицинского поста. Я бы изменил отношение достаточно большого количества медицинских работников к пациентам таким образом, чтобы они осознавали до конца своей профессиональной деятельности, что перед ними находятся живые люди. Люди, с которыми нужно разговаривать, которым нужно помогать не только профессионально, но и психологически. Я всегда говорю своим коллегам, с которыми я работаю, если пациент ушел от врача или из медицинского учреждения в чем-то неудовлетворенном, ушел с какими-то недопонятыми вопросами, ушел с каким-то непонятным и отрицательным осадком, это в первую очередь недоработка лечащего врача. Лечащий врач должен решать не только проблемы физического здоровья человека. Он точно так же должен решать проблемы его психологического здоровья, а зачастую и некие социальные проблемы, которые возникают у этого человека. И, конечно же, я бы все-таки попытался развернуть немножечко наших пациентов точно так же
лицом к нашей медицине. Потому что, ну, сколько можно уже повторять о том, что медицина наша плохая, отсталая и так далее. В ней многое меняется к лучшему, реально многое. Я еще раз повторяю, ни один врач не хочет сделать пациенту плохо. Каждый хочет сделать пациенту хорошо, так, чтобы он был здоров и счастлив. Другое дело, что кто-то это умеет лучше, кто-то хуже. И если наши пациенты будут это осознавать, если, ну, я работаю всю жизнь в платной медицине, так сложилось. Я не вижу ничего зазорного в том, что медики берут за свои услуги деньги. Это нормально. Мы же не удивляемся, что мы стрижемся платно в парикмахерской, что мы делаем маникюр и педикюр, что мы, в конце концов, покупаем хлеб за деньги. Да, люди учились долгое время. Люди потратили свое время и силы на владение профессией. И, конечно же, они рассчитывают на определенные вознаграждения. Не только от государства. Я сейчас не говорю о какой бы то ни было личной благодарности данному конкретному врачу. Я говорю сейчас о абсолютно официальной, легитимной платной медицине. Это нормально. Потому что платные медицинские учреждения, они более мобильны по своей сути. Они могут решать гораздо проще ряд тех или иных финансовых проблем, проблем с обеспечением, проблем с персоналом. И, конечно, на все это нужны деньги. Да, я с вами согласен. Действительно, любой труд должен вознаграждаться. Это программа «Ужин для чемпионов» на Финам-ФМ. Мы вернемся буквально через одну минуту. Оставайтесь с нами. Итак, мы продолжаем наш разговор. Я Андрей Бубукин, ведущий программы «Ужин для чемпионов» на радио Финам-ФМ. Мой гость Алексей Моряков, исполнительный директор медицинского центра «Клиника-31». Задавайте ваши вопросы нашему чемпиону, звоните, мы в прямом эфире. Наш эфирный телефон 65 10 99 6, код города 495. Это можно сделать также на сайте по адресу www.finam.fm прямо сейчас. Алексей, мы с вами поговорили о медицине, да, вот об отрасли. А теперь я предлагаю вам поговорить о вас. В большей степени как о руководителе, как об успешном человеке и вообще как о человеке. Расскажите, пожалуйста, о самом ярком моменте, самом позитивном опыте, который у вас когда-либо был. Сложный достаточно вопрос. Понимаете, ну таких моментов много на самом деле. Ну самый-самый яркий. Вот что первое, что приходит в голову? Первое, что приходит в голову? Сложно сказать. Боюсь, что я на этот вопрос не отвечу. Я, вы знаете, я готов ответить на ваш вопрос, но немножечко с другой стороны. Давайте я вам помогу. Попробуйте. Да, расскажите, пожалуйста, о ситуации, в которой команда или человек демонстрировали качества, которые вас восхищали. И какова была ваша роль в этой ситуации? Вот как вы это организовывали? Если организовывали, конечно. Или кто-то другой организовывал. Ну, как я вам сказал уже, я участвовал за свою жизнь в нескольких проектах медицинских. И, конечно же, переход каждого проекта от момента его создания к моменту функционирования являлся, конечно же, крайне радостным моментом и очень светлым. И всегда, ну, один человек не может сделать какое-то ни было значительное дело. Всегда в этом участвует команда. Я руководил этими процессами, я был со-руководителем где-то, да. Но всегда и во всем я всегда понимал, что если я не буду опираться на тех людей, которые рядом со мной, то, наверное, у меня ничего не получится. Последний, конечно же, последнее такое радостное событие, действительно радостное, очень яркое, хотя оно прошло, может быть, не сильно замеченным среди широкой общественности, это было начало работы нашего медицинского центра. Потому что, ну, ради бога, не воспримите это в качестве рекламы, но действительно это один из крупнейших частных медицинских центров Москвы. 15 тысяч квадратных метров. 90 коек стационар, 8 операционных.
такого мало в нашей стране, скажем так. И когда в ноябре прошлого года мы наконец смогли открыть двери и впустить первых пациентов, ну да, это было чувство огромного удовлетворения, огромного облегчения с одной стороны, что закончилась подготовительная работа. Угу. Мы все, кто в этом участвовал, кто с самого начала, кто присоединившись позже, ощутили себя единой командой, единым живым организмом. И с другой стороны, мы понимали уже, что после этого чувства облегчения теперь уже перед нами стоит другая работа. Не готовиться к открытию нашего детища, а запустить его в полной мере, принять, наконец, тех пациентов, которые рассчитывают обрести в наших стенах адекватную медицинскую помощь. И, конечно же, на этом месте уже примешалось некое чувство тревоги за то, справимся мы или нет. Но это была радостная тревога, очень радостная. И я считаю, что, наверное, мы справились с нашей задачей. То есть вот этим моментом ярким, позитивным, это было открытие вашего центра, я правильно вас понимаю? Последним, да, вне всякого сомнения. Алексей, а расскажите, пожалуйста, о каком-то эпизоде в вашей жизни, когда вы смогли взять на себя лидерскую роль в команде. Лидерскую роль в команде? Вы же руководитель, вы исполнительный директор, вы лидер. Конечно, конечно. Смотрите, лидерскую роль в команде руководитель должен брать на себя постоянно. Ну, какой-нибудь конкретный эпизод из жизни. Иначе он просто не сможет руководить ничем. Конкретный эпизод, сейчас я попробую вспомнить. Ну, например, вы столкнулись с какими-то трудностями. Что-то конкретное. Да, организовали, мобилизовали, призвали, договорились, убедили, вовлекли, рассказали, объяснили. Понятно. Ну, вот что-то в этом роде. Таких ситуаций было много на разных этапах. Когда я только начинал свою деятельность на ниве организации здравоохранения, да, я вам говорил, что мне пришлось точно так же с нуля строить первую нашу маленькую поликлинику на 350 квадратных метров. Поликлиника была из модульных конструкций, и все это пришло из-за границы, 97-й год. Соответственно, мы столкнулись с рядом сложностей, которые надо было решать. Это получение оборудования, растаможивание его. Для меня тогда совершенно и абсолютно была непонятная тема. Вот там была небольшая команда. И тут действительно, понимаете, вот пришлось идти просто как в темный лес, где ты не ориентируешься, ты ничего не понимаешь. Вот перед тобой стоит задача. Взять и сделать. И как только у меня начало что-то получаться в этом отношении, да, пришли первые контейнеры на стройку. Наконец там нашли неких рабочих, специально обученных. Поменяли их несколько раз. В итоге нашли ту бригаду, которая смогла это все сделать. Да. Вот тогда я понял одно, что если перед тобой есть некая цель, то нужно, невзирая ни на что, стараться идти к ней. И те трудности, которые встречаются на твоем пути, их надо преодолевать. И нельзя ни в коем случае, ни на одну минуту думать о том, что ты с чем-то не справишься. И тогда все будет получаться. Ну, кто-то сказал же, да, что тот, кто хочет сделать, ищет способы. Тот, кто не хочет делать, ищет поводы. Скажите, пожалуйста, а что мотивировало вас проявлять лидерские качества вот в этой ситуации? Что было основным мотивационным двигателем? Основным мотивационным двигателем было то, что я видел, что я близок к исполнению своей мечты. Я же вам говорил в самом начале разговора, что когда меня спрашивали, каким врачом я хочу быть, я говорил, я хочу быть главным врачом. А если я хотел быть главным врачом, то я должен был принять самое непосредственное участие в создании того лечебного учреждения, маленького, большого, не имеет значения какого, которым я собирался руководить. Значит, надо было это сделать, невзирая ни на что. Надо было собрать людей, заинтересовать людей и дальше вести их за собой. То есть вы, фактически работали на мечту своей жизни, да, я вас правильно понимаю?
Да, я работал на мечту своей жизни, я работал над достижением цели. Ага. А какой эффект ваши действия тогда произвели на команду? Вот у вас была команда, вот вы активно работаете, команда видит, что вы врач, хотя и администратор, или администратор, хотя и врач, и вот у вас таможня, там какие-то приходят ящики и прочее, 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 и вы с этим совсем справились, и в конце концов клиника открылась. Что сказала команда, какой был эффект? Команда ничего не сказала, команда просто начала работать таким образом, чтобы... этот успех развить. В то время еще частная медицина была, ну, скажем так, очень смешной. Она вышла тогда из советской медицины. Мы имели некие представления о том, как нужно работать с платными пациентами и как вообще мы можем заинтересовать людей, чтобы они платили свои деньги за ту медицинскую помощь, которую мы должны им предложить. Но, по сути, это были только некие представления. Но все понимали, что надо стараться, нужно отдать своей деятельности вот просто всего себя. И команда действительно на это пошла. За не очень высокие зарплаты на тот период времени, сталкиваясь со всякими сложностями, недопониманием, но люди понимали, что они делают нечто новое, нечто непривычное. И даже набивая шишки, они шли вперед. Они не останавливались, и главное, что у них было желание это делать. Да, я сейчас могу сформулировать, что самое ценное тогда я, наверное, сделал для команды. Я смог разжечь в них желание действовать определенным образом. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня исполнительный директор медицинского центра клиника 31 Алексей Моряков. Я ведущий программы «Ужин для чемпионов» Андрей Бубукин. Я приглашаю всех слушателей звонить к нам в студию по телефону 65-10-99-6, код города 495. Задавать свои вопросы нашему гостю и делиться своим опытом. Вопросы можно также задавать прямо сейчас на нашем сайте по адресу www.finam.fm. Алексей, вы упомянули такую вещь и постоянно говорите о таких вещах, как платная медицина. Да. Скажите, пожалуйста, а вот для вас лично, что для вас деньги? Для меня лично деньги, в первую очередь, это свобода, это независимость от неких бытовых обстоятельств, и это средство для достижения неких целей. На мой взгляд, деньги сами по себе целью являться не могут. Вот вы считаете себя успешным человеком, скажите? Интересный вопрос. Вы знаете, скорее да, чем нет, но я не готов сказать, что я достиг главного успеха в своей жизни. Ага. А скажите, пожалуйста, а как с вашей точки зрения можно измерить успех? В каких единицах? В каких единицах? Ну, смотрите, на сегодняшний день основным мерилом человеческой деятельности все-таки являются деньги. Мерить успех в деньгах, наверное, можно. Насколько это правильно, не знаю. Говорить о том, что тот человек, у которого больше денег, более успешен, чем тот, у кого их меньше, навряд ли. Я бы не стал так делать. Мне кажется, что мерилом успех можно мерить, вернее, не мерить, определять, да, в двух ипостасях. Во-первых, все-таки, наверное, определение успеха – это чисто субъективная точка зрения. Так вот, мне кажется, что с одной стороны, мерить успех, вернее, определять успешность свою человек имеет право сам, в том случае, когда он считает, да, я поставил перед собой некую цель, и я ее достиг, и это успех. С другой стороны, конечно же, определять успешного человека могут и, как правило, и делают это окружающие, составляя свое мнение о нем. Они видят, что человек достиг чего-то, значит, этот человек успешен в той или иной мере. Идеально, когда оба этих мнения совпадают. Но даже когда они совпадают не до конца, наверное, это не очень страшно. Хотя бывают и исключения. То есть успех – это такая определенная социальная парадигма?
По сути, да. Да. Очень хорошее точное определение, на мой взгляд. Алексей, без ложной скромности, расскажите, пожалуйста, о том, что вы больше всего цените в себе, как в человеке. В себе, как в человеке. Интересный вопрос. Буквально на днях у меня состоялся разговор с неким оппонентом, когда мы обсуждали вот эти вот внутренние ценности. Угу. Вы знаете, все-таки я ценю, наверное, в себе в первую очередь уверенность в правильности принятых решений. Это не самоуверенность. Когда вырабатывается некое решение, над ним идет внутренняя работа. Но когда это решение принято, быстро ли, долго ли, когда человек сам для себя его принял, он обязан быть уверен в его правильности. Иначе он не сможет его исполнить, иначе он не достигнет своих целей. А как в руководителе? Как в руководителе? Ну да, вы же человек, у которого в подчинении большое количество людей. Ведь это не только навыки в управлении, да, но это, может быть, еще какие-то человеческие навыки и прочее, и прочее. Вот о чем вы здесь можете рассказать? Что как именно? Руководитель, с одной стороны, я считаю, что я способен увлечь людей вот той уверенности в принятых решениях, не только в своих собственных, а и в коллегиальных в том числе. И с другой стороны, я ценю, очень сильно ценю своих сотрудников и соратников. Я считаю, что каждый член коллектива имеет определенную ценность. Да, конечно же, бывают люди, которые в меньшей мере справляются со своими обязанностями. Да, конечно же, бывают люди, с которыми необходимо бывает расстаться. К сожалению, это случается. Но мое глубокое убеждение заключается в том, что настоящий руководитель обязан испытать все методы для мотивации сотрудника, зачастую научить его делать нечто, и только после этого принимать решение о его дисквалификации, назовем это таким образом. Поэтому, да, я считаю, что ценить своих сотрудников, ценить своих подчиненных – это правильно. Это программа «Ужин для чемпионов» на Финам-ФМ. Спонсор нашего выпуска – компания АБ-тренинг. Мы продолжаем наш разговор. Я Андрей Бубукин, ведущий программы «Ужин для чемпионов» на радио Финам-ФМ. Мой гость – Алексей Моряков, исполнительный директор медицинского центра «Клиника-31». Задавайте, пожалуйста, вопросы нашему чемпиону. Звоните ему в прямом эфире. Наш эфирный телефон 65-10-99-6. Код города 495. Это можно также сделать на сайте по адресу www.finam.fm. Прямо сейчас, пожалуйста. Алексей, скажите, пожалуйста, а что для вас самое важное, когда вы активно участвуете в чем-то? Вот что изнутри вас подталкивает, что мотивирует? Что меня мотивирует? Ну, наверное, я все-таки достаточно ответственный человек. Так получилось, что я всю жизнь являюсь наемным работником, менеджером. И когда мне поручено некое дело, за которое я взялся, я не считаю для себя возможным отступиться от него или не справиться с ним. Поэтому основная мотивация – это достичь тех результатов, которые мне поручены. Угу. У нас есть один вопрос с сайта. Наша слушательница Людмила спрашивает, кому вы можете сказать спасибо за свои успехи в жизни? Достаточно большому количеству людей я могу сказать спасибо. Конечно, это родители, которые воспитали меня таким образом, что я смог стать тем, кем я стал. Это те близкие друзья, которые меня окружали, и я всегда знаю, что в трудную минуту я могу обратиться к ним, точно так же, как и они могут рассчитывать на мою помощь. Вот. Точно так же есть, конечно, как у каждого человека, у меня есть учителя. И
я бы, конечно, хотел бы вычленить одного человека. Это мой шеф и учитель по жизни Георгий Натанович Голухов, бывший главный врач 31-й больницы, а ныне руководитель департамента здравоохранения города Москвы. Я с великой благодарностью и уважением отношусь к этому человеку, потому что большая часть того, что я умею в своей нынешней профессии, дал мне он. У нас есть звонок на линии, наш слушатель Дмитрий. Пожалуйста, Дмитрий, ваш вопрос. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Как я понял, ваш гость – это менеджер, а не врач, правильно? И может задавать вопросы именно как менеджеру. Он менеджер и врач по образованию. И в душе, может быть. Врач. Это вопрос как менеджеру. Да. Первый. Не считаете ли вы, что вы путаете, когда говорите о мотивации и стимулировании? Мы, как менеджеры, не можем мотивировать сотрудника, а только стимулировать. А получить отклик – это мотивация. То есть мотивация – это внутренняя потребность или отсутствие ее в человеке. Это первый вопрос. А второй вопрос – вот по каким принципам вы работаете как менеджер? По каким принципам вы работаете на предприятии как менеджер? Дмитрий, вот мои вопросы понятны? Да, уточните, пожалуйста, вторую часть вопроса. Что вы имеете в виду, когда говорите «по каким принципам»? Ну вот, каждый... это как бы внутренняя культура или как корпоративные правила. Да, вот. Я понял вопросы оба. Значит, начну с того, что да, я менеджер, вне всякого сомнения. Но я медицинский менеджер, я врач. Поэтому все мои управленческие подходы неразрывно связаны с моим основным образованием. Когда мы говорим о том, что менеджер может только лишь стимулировать своего сотрудника, да, наверное, это правильно. Но в каждом медицинском работнике живет некая внутренняя мотивация, связанная с его профессией. Моя задача как медицинского менеджера, не только стимулировать своих сотрудников, но и поддерживать ту внутреннюю мотивацию делать пациентам добро, которое есть, я еще раз повторяю, у каждого врача и у каждого медицинского работника. Исходя из этого, я могу высказать и свой основной принцип как менеджера, который занимается медицинской деятельностью. Принцип достаточно простой. Да, мы извлекаем прибыль из своей основной деятельности, но во главу угла мы ставим оказание профессиональной, высококвалифицированной медицинской помощи, которая в конечном итоге приводит к прибыли. Спасибо Дмитрию за вопрос. Я еще раз приглашаю всех слушателей звонить к нам в студию по телефону 65 10 99,6, код города 495. Алексей, скажите, пожалуйста, вот что. А что для вас может стать полезным, позитивным вызовом в жизни? Вы знаете, в английском языке слово «challenge», да, оно немножко более широкое, чем дословный перевод «вызов». Угу. Да, но мы будем говорить так, вот вызовом, что может вот вас зажечь? Что может меня зажечь? Меня может зажечь... Ну, во-первых, у меня есть уже некая зажигалка, к которой я сейчас стремлюсь, но пока что просто не пришло время для того, чтобы это широко афишировать. Меня крайне привлекают новые виды профессиональной деятельности, которые можно организовать и широко растиражировать. Это крайне интересно, когда есть сначала просто некая идея, да, и слава богу, когда находятся финансы для ее реализации, но потом эту идею необходимо на ее основе выстроить концепцию, детализировать, снова собрать команду и снова начинать действовать. Меня привлекает именно сейчас, извините, под вечер уже немножко тяжело с подбором слов. Меня привлекает именно развитие новых медицинских технологий, которые можно воплотить в конкретных лечебных учреждениях
и, ну да, и отдать их людям для того, чтобы они ими пользовались. То есть, если я правильно понимаю, для того, чтобы быть лидером и успешным человеком, в жизни обязательно должен быть какой-то вызов. Должен быть вызов и должно быть желание воспринимать новое и постоянно чему-то учиться. Ага. У нас есть вопрос с сайта. Антон спрашивает, кем вы мечтали быть в детстве? В детстве? Ну, скажем так, было много всевозможных устремлений. Я могу рассказать о самом смешном из них, почему бы, собственно, и нет. Когда мои родители пытались меня мотивировать или, скажем, как вот последний радиослушатель нам сказал, стимулировать к хорошей учебе в младшей школе, и говорили мне: послушай, Алеша, если ты будешь плохо учиться, то ты будешь дворником. Я им на это отвечал: ну хорошо, я буду дворником, но героем социалистического труда. Я в то время уже, наверное, ставил своей целью добиться огромного успеха в какой бы то ни было, в каком бы то ни было виде деятельности. Поэтому, да, пусть дворником, но героем. То есть вы были перфекционист такой, да? Да, может быть, где-то и остался. И остались. Алексей, вспомните, пожалуйста, трех человек, которых вы глубоко уважаете. Назовите по одному качеству каждого из них, которым вы восхищаетесь. Ну, одного вы назвали, это ваш учитель, одного, да? Одного я назвал, да. А какое качество, вот главное, которым вы восхищаетесь у этого человека? Понимаете, в чем дело? Да там целый набор качеств. То есть это крайне неординарная, яркая личность. Вот этот человек способен вести за собой настолько разрозненных и разнонаправленных людей, увлечь их единой идеей и воплотить совместно ее в жизнь, что вот еще целый набор качеств здесь вызывает восхищение. Ну, могу назвать еще одного человека. Но дело здесь не столько в восхищении, сколько в том, что он в свое время сподвиг меня на достаточно серьезный пересмотр своих возможностей и устремлений. Этого человека зовут Виктор Владимирович Харитонин, один из акционеров нашего предприятия. На каком-то этапе жизни, когда мы еще находились в стадии разработки проекта, он сказал мне следующие слова. Алексей Викторович, ну вот вы предлагаете нам некие медицинские концепции, а как это все будет работать экономически? И когда я, являясь по образованию своему врачом, а вовсе не экономистом, не финансистом, не смог на этот вопрос ответить, а я в то время был руководителем проекта, он сказал мне: послушайте, ну надо же как-то над собой работать, или вы хотите всю жизнь быть вот так? И вот эта незаконченная фраза произвела на меня глобальное впечатление. Я углубился в вопросы финансов и экономики настолько, насколько смог. Ну и с тех пор я понял, что абсолютно любая область человеческого знания в той или иной мере подвластна практически любому человеку, находящемуся в здравом уме и твердой памяти. Но надо просто сделать над собой некое усилие, чтобы попытаться овладеть новыми для себя знаниями. Угу. То есть это был такой инсайт, да, такой, да, момент просветления. Да, это был момент просветления и, может быть, действительно вот этот вызов, потому что меня никто не осудил, мне никто не сказал ничего плохого, мне просто сказали: ну, если вы хотите вот так и дальше. Я подумал: а вот как же так, значит, как-то не так, значит, надо что-то менять, надо делать как-то по-другому. Вот, и с тех пор я не боюсь совершенно, скажем так, влезать в абсолютно новые для себя и неизведанные до сей поры области знания, получать там информацию и использовать ее в своей практической деятельности. Вот. А третий человек, а на самом деле это первый человек, это моя мама, которая воспитала меня таким образом, что
она всегда говорила мне, что ты должен быть лидером, ты должен быть первым. И, наверное, я своей жизнью пытаюсь показать, что ее слова не пропали в туне. Алексей, не совсем обычный вопрос. Вот представьте, что в честь вашего столетия для вас в качестве сюрприза организовали вечеринку. Вы тихо входите в дом через заднюю дверь и слышите, как наиболее значимые для вас люди разговаривают именно о вас. Что бы вы хотели услышать о себе от своих друзей, родственников, коллег? Что бы я хотел услышать от них? На столетнем юбилее. Вы знаете, наверное, я хотел бы от них услышать то, что, видимо, хочет услышать каждый человек и не устает это слышать никогда. Я бы хотел услышать, что они меня любят. Просто меня как человека, вне зависимости от того, успешен я, не успешен, чего я достиг и так далее. Если это действительно родные и близкие люди. То есть это ощущение простой человеческой любви. Да, простой человеческой любви. Алексей, есть такой небольшой тест, который называется «Необитаемый остров». Вы, наверное, знаете, да, об этом тесте. У меня есть 5 вопросов. У нас с вами осталось немного времени. Я прошу вас ответить на них кратко, емко и, самое главное, со смыслом. Постараюсь. Если бы вы попали на необитаемый остров, первый вопрос. Какие 5 книг вы бы взяли с собой и почему они так важны для вас? Я бы взял с собой на необитаемый остров Есенина. Угу. Я бы взял с собой на необитаемый остров Пушкина. Я бы взял с собой туда, как это, может быть, не странно прозвучит, но Кастанеду, первую часть. Вы знаете, и по большому счету, может быть, я этим бы и ограничился. Хотя нет, не прав. Я бы обязательно взял туда Вересаева и Чехова. А Чехов как книгу по профессии, да? И Вересаева точно так же. Они в чем-то совпадают, но в чем-то очень разные. И, ну, сложно сейчас в ограниченном периоде времени об этом говорить. Да, но я бы взял их. А почему они так важны для вас, именно эти авторы? Почему они важны для меня? Потому что, с одной стороны, они действительно пишут на ряд профессиональных тем, с другой стороны, они на примере этих профессиональных тем поднимают в достаточно простой, но очень милой и доброй манере массу вопросов общечеловеческого бытия. Вопрос номер 2. Какие 5 музыкальных произведений вы бы взяли с собой и почему они так важны для вас? Не думаю, что готов ответить на этот вопрос по поводу музыкальных произведений конкретно. Я, может быть, песни? К сожалению, не меломан. Я могу ответить, ну, скажем так, тем более, что конкретные произведения, наверное, нет. Это сложно. А можно альбомами? Пожалуйста, альбомы, да. Я бы взял с собой что-то из раннего Бориса Гребенщикова. Я бы взял с собой несколько, ну или хотя бы один из альбомов группы «Кино». Я взял бы с собой старый альбом и последние песни, которые поет Александр Яковлевич Розенбаум. Ну и, конечно же, да, пожалуй, Битлз и Квин. Вот, а говорите, не меломан. А какие 5 предметов вы бы взяли с собой и почему они так важны для вас? На необитаемый остров? Ну да, но я не беру там какие-то предметы первой необходимости. Бытовые, да. Понятно. Вот что-то такое.
что-то такое. Я взял бы обязательно с собой бумагу и ручку. Угу. Или карандаш. Это уже два. Это два. Бумага и ручка. Понятно. Это пищебумажные принадлежности. Это уже два. Понятно. Я взял бы с собой... Я взял бы с собой, пожалуй, все-таки... Вот сложно говорить о предметах, которые не имеют какой-то бытовой ценности. Пытаюсь это подобрать. Ну, не знаю, можно ли счесть это бытовым предметом, находясь на необитаемом острове или нет. Я увлекаюсь стрельбой из арбалета. Я бы хотел взять его. Ну, почему нет? Это вот. Предмет. Нормально. Это предмет, да. Мне очень нравятся всевозможные ножи. Поэтому, конечно, я взял бы свой любимый нож с собой не в качестве бытового предмета, а именно в качестве любимой вещи. Угу. И пятый? Пятый? Хорошую сигару. Хорошо. Какие 5 фильмов вы бы взяли с собой и почему они так важны для вас? Это 4-й вопрос. 17 мгновений весны. Брат. Первый. Или первый и второй? Все-таки первый. Первый скорее. Uh-huh. Все-таки первый. Криминальное чтиво. Солярис. Естественно, первый Солярис Тарковского. И... А, конечно, «Бойцовский клуб». И «Бойцовский клуб». Прекрасный выбор. А почему они так важны для вас? Что в них такого особенного? Что в них особенного? «17 мгновений весны» — это фильм детства. Это фильм о чем-то героическом, великом, добром. Там угу. прекрасный герой Тихонова. Он просто... Я время от времени пересматриваю его. Вот, с большим удовольствием, он просто как-то вот какую-то энергетику у меня вливает. А «Солярис» — это философский фильм, который тоже, пересматривая время от времени, каждый раз находишь в нем что-то новое. А, кстати говоря, ну, рядом с ним находится где-то, в общем-то, «Пикник на обочине». Ну, в общем, да. Да, да. И «Дни затмения» — еще был такой фильм в свое время с Сокуровым. А вот, так что вот видите как. А что касается Тарантино и «Бойцовского клуба», несмотря на всю их развлекательность, в них содержатся некие мысли и некие ценности, которые имеют для меня значение. Прекрасно. У нас с вами осталась буквально одна минута. Каких 5 друзей вы бы взяли с собой? И почему они важны для вас? Вот буквально в двух... Может быть, имя или там что-то. И их одна характеристика. Почему важно? Понимаете, я не буду называть имен, потому что, ну, хоть и говорят, что друзей не может быть много, но у меня достаточно большое количество друзей, так или иначе. А почему бы я их взял с собой? Да все очень просто, потому что они друзья. Друг — это достаточно глубокое понятие, и если это друг, то, конечно, надо быть с ним на необитаемом острове. Ну что же, в общем, да, в общем, да. Наша программа подходит к концу, и мне остается только поблагодарить Алексея Морякова за то, что он поделился своими мыслями и своим жизненным и профессиональным опытом, ну и также за то, что он немножко поделился с нами своими глубинными чувствами, те, что он у него есть глубоко в душе. Спасибо большое, Алексей. Это была программа «Ужин для чемпионов» на радио «Финам-ФМ». И я, ее ведущий Андрей Бубукин. Следите за анонсами нашей программы на сайте www.finam.fm. До свидания и до встречи в следующий четверг в 21.00 на частоте 99.6 МГц. Спасибо. До свидания.